Приветствую всех из Одессы. Сегодня 11 сентября 2023 года. Сегодня ночью противник атаковал ударными беспилотниками типа «Шахет-136» с юго-восточного направления, это Ейск и Приморско-Ахтарск, территория Российской Федерации. Зафиксированы пуски 12 шахедов в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы. В результате боевой работы силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожено 12 шахедов 136-131 в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один беспилотник неустановленного типа. Также противник применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно обошлось без потерь. Информация уточняется.